И все, привет, ребят, с вами Мистер Майк, я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен определенной очень интересной темочке. Сегодня со мной в группе игрок с ником Калибри, тот самый игрок, который получил трофеи на Крусейдера Скорпиончика. И сегодня он вместе со мной в группе, сегодня мы вместе с вами наглядно посмотрим на этот Крусейдера Скорпион. Мы сумеем посоревноваться с ним. Ну и посмотреть, насколько жестко нагибает Крусейдера Скорп. Да, насколько сильно эта комба работает. Я сразу зашел с аккаунта, на котором у меня есть суперский контентовый скорпион с копьем, так как я считаю, что копье на сегодняшний момент времени это лучшее устройство на скорпион. Ну и вот мы проверим, насколько мое копье сильнее или слабее, чем трофей. Также я перед видео немножечко пообщался на голосе Сабс Калибри, он передавал вам тоже привет. Ссылочку на его канал, конечно же, оставляю в описании. Обязательно перейдите, поддержите данного молодого человека. Он сказал, что он по-русски особо сильно не разговаривает, поэтому лучше запишем видос, ну, можно сказать, без голоса, да, то есть я просто буду с ним в группе, ну и мы скатаем матчмейкинговую катку и уже наглядно все это дело просмотрим. Просто обычный матчмейкинговый бой в рамках, ну, быстрой врываловой. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно поддержите его лайком. Максимальную активность на данный видеоролик давайте сделаем. Ну и также, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике установите личный так так типа. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы пикаем быстрый бой, ну и посмотрим, что нам предложит матчмейкинг, посмотрим, на чем мы здесь попадемся. Калибри спрашивает, на каком дроне, можно ли кризис, я ему написал, что кризис можно, ну и будем врывать. Моя задача постараться набрать больше очков, чем скорпион с трофеем. Я у него спросил, как вообще ты сам чувствуешь, трофей этот на скорпион нагибает. Он мне сказал, что это реально вкусная имба. Насколько жесткая эта имба, сейчас мы вместе с вами и проверим. Насколько большое количество очков он будет набирать, как он будет тушить по бабкам. Сейчас мы все это дело посмотрим. Ну и я, понятное дело, тоже потеть буду. Я буду потеть, я буду стараться набирать как можно больше очков. Буду стараться здесь тоже на первые места вылазить. Ну и дадим уже сравнение по итогам боя, что у нас вообще здесь получится, да? То есть мы играем на одинаковых Крусейдера Скорпионах, только он играет на Крусейдера Скорпе с трофеями, как вы видите, да, по тапчику. Здесь у него Крусейдера Скорп с трофеями. Я играю на просто моем вкусном Крусейдера Скорпионе с как раз таки лучшим устройством копья. 8 киллов со старту я уже выдаю. У него пока что 3 килочка. Я играю на другом фланге. Можно, кстати, посмотреть на одном фланге, поиграть, посмотреть, как вообще будет работать его скорпион, да, то есть насколько быстро он вообще накидывает урон. Мне интересно посмотреть, насколько быстрые там тычки залетают от него. У него... А, нифига себе у него перезарядка! Офигеть! Вот это перезарядочка у него на скорпе! Офигеть! Вот это он наваливает контентика вкусненького. Вот это, я понимаю, уже скорость скорпиона. Две ракетки на добавку. Мои, конечно, 4 ракетки по ощущениям выглядят тоже очень и очень неплохо. Под углом они тоже у него залетают, но перезарядка очень быстрая. Да, то есть, если так посмотреть, перезарядка у него на скорпионе мега-мега быстрая. Так, даем сразу такую вкусную тычечку по двоим. Ну и продолжать будем сейчас накидывать урон. То есть комбинация реально выглядит очень и очень круто с точки зрения вот именно перезарядки и накидки. То есть оно может быть с чем-то схоже с копьем, но в целом, да, то есть вы видите на то, насколько быстро перезаряжается этот скорпион с трофеем. Да, то есть если у меня есть какой-то дополнительный дилей, то у него практически нету времени. Вот видите, раз он дает тыку, и буквально сразу же он дает следующую тыку. Ну, у него, конечно, немножечко тут фражочек подсасываем. Но это так, чисто для
такого контентика полупрофилактики. Так, ну и по очкам, по киллам. 14 у меня, 9 у него. В принципе, наверное, ну плюс-минус, наверное, одинаково пока что идем. Мне просто немножечко, может быть, больше повезло. Также нужно не забывать, что у него на Крусейдере овердрайв копится только лишь от киллов, да, то есть если у меня на Крусейдере идут еще дополнительные проценты от времени, то у него только от действий на карте, то есть от киллов, от доставки флага, от доставки мяча, но зато у него есть иммунка от всех статус-эффектов, да, то есть у него есть иммуночка от всех статус-эффектов. Это тоже немаловажный факт. Ну и по очкам, вы видите, он меня уже потихонечку догоняет. Посмотрим, что у нас будет под конец боя. Я тоже как бы, ну, буду стараться здесь накидывать. И гранаточки буду тоже накидывать. Офигеть, дал сводку по одному типу. По итогу свел совсем в другого бойца. 16 на 3. Заодно у нас такая карточка хорошая. О, вот первая сосуля у него накопилась за 3 минуты. Да, то есть это на киллах, чисто на киллах. За 3 минуты накопилась сосулька. У меня уже за это время 2 сосулендрички. Да, чтобы вы понимали, уже 2 сосулендры у меня было. Ну и плюс это еще без драйвера. То есть с драйвером у меня бы еще бы быстрее накапливать сосули. Но зато есть свои преимущества. Да, то есть, например, в режимах, где нет овердрайвов, как у нас была там ДМ-ка, но где все играли, например, на пульсарах, у него теперь есть идеальный трофейчик, с которым он может спокойнейшим образом тушить контент и не чувствовать ни один пульсар. Да, то есть ни один пульсар он уже чувствовать не будет от слова совсем. Так, ну и что у нас здесь? 60 киллов у нас на команду. Из них, наверное, половина киллов чисто сделана у нас с калибри. Так. Попробуем здесь добить еще паладина. Доработать по нему. 22 килочка у нас имеется. 20 килов у него. Очень близко идем, если честно, по киллам. Очень близко пока что эта каточка у нас складывается. Ну и по ходу дела досрочки у нас в рамках этого боя не будет. Да, по ощущениям. По ощущениям каточка у нас без досрочки здесь завершится. По титанчику отлично с Вадейлу еще добавляем. Сразу тыка сверху по скорпиону. Овердрайв на центре был. Кстати, здесь уже на трофее более выгодно контролировать дроповые припасы. Да? То есть дроповые припасы становятся супер выгодными за счет того, что ты можешь хотя бы от них иметь свой оудик. Да? Если он у тебя уже не копится, то тогда ты его можешь хоть таким образом зарабатывать и получать. Так, ну а я в свою очередь стараюсь продолжать накидывать. Продолжать вкусненько накидывать здесь по бойцам. Да, на тыки в голову играем. Стараемся давать какой-то грязный контентины. 28 киллов у него, 30 у меня. То есть очень близко идем. Да, то есть особо разницы здесь нету между устройствами по ощущениям. Ну, конечно, в таких катках ты особо сильно, наверное, даже и не увидишь эту разницу. Ну, посмотрим, может быть, под конец боя он меня сейчас обгонит довольно жестко. Также не забывайте, что я еще дополнительно гранатки накидываю. Плюс OD-шек у меня все-таки побольше будет, чем у него за счет трофея. Ну, а так плюс-минус, видите, по очкам одинаковая выходка. Хотя нет, смотрите, он уже начинает меня обгонять. 103 килла у нас имеется. Из них 60 киллов мы сделали с калибри вместе. На двоих чисто. Ба, ну перезарядка очень быстрая. Очень быстрая перезарядка у этого скорпиона. Я вот прям вижу, как у меня еще тычка только там залетает. Первая. И вторая идет на перезарядку. У него уже в этот момент... залетает еще один выстрел дополнительный. То есть я, грубо говоря, даю один выстрел. Вернее, я даю два выстрела. Он за этот период времени дает уже три выстрела. Да, то есть там настолько быстрая перезарядка, что он успевает три выстрела выдать. Но сводочка. Я бы сказал, что вот эта сводка, которая на копье, она в моменте лучше сводки, чем с трофейного устройства. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Да, что она
все-таки показывает более крутые результаты. Ну а так, перезарядка уже у самого Скорпиона. У него явно будет покруче. Так, овердрайв у нас появляется. Пробуем здесь добивалову тоже какую-то оформить. Плюс Свадейлу оформляем. Есть возможность сдать Сосулендрочку по двоим. Чуть-чуть подбочил только тиммейта. Так, пробуем добавить еще здесь урона. Ай, к сожалению, падаем в минус. 38 киллов. Камбэкает Калибри по киллам. Камбэкает по очкам. Выходит на первое место. Ну и, в принципе, так, наверное, оно и должно работать. Все-таки у него трофейное устройство. У меня-то это как бы обычное устройство. А тут человек 5 миллионов. Просто вы вдумайтесь. 5 миллионов игрок набил очков на всем этом вооружении. Огромнейший респект вообще этому бойцу. Ну и я как бы со своей стороны что могу сказать? Обязательно поддержите его, да, за то, что человек вообще в принципе согласился на подобного рода контентик записать видеоматериальчик. Поэтому поддержите, если вдруг еще не подписаны на него, подпишитесь. Записывает довольно большое количество контента на англоязычную именно аудиторию с какими-то хайлайтами, нарезками, да, как принято у англоязычных ютуберов. Ну и в целом старается сейчас вот делать именно такой контент, связанный с трофеями, делать какие-то крутые достижения в игре, которых не добиваются простые игроки. Ну и я в том числе, да, то есть я до трофеев, я, ну вот, все, что смог сделать, там даже до миллиона дойти на страйкере не смог и сдался по итогу, а он, как вы видите, 5 миллионов набил на этом замечательном Крусейдера Скорпиончике. Ну и в целом, видите, вот так вот у нас получилось катать. 43 на 10 у него, 38 на 10 у меня. Разница, не сказать, что огромная, но в любом случае, когда игрок играет, грубо говоря, без овердрайвов, а у меня были оверки и было устройство, то это, я считаю, что очень и очень хороший результат. Пишите, что вы думаете по поводу этих трофейных устройств. Обязательно поддерживайте данный видос лайком за подобного рода контентик. Возможно, напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть еще. Калибри предложил записать видос еще и с Слайер Курдом, да, то есть, чтобы мы скатали на всех трофеях, которые есть. То есть, с трофеем на Диктаторе, с Страйкером, да, с трофеем Крусейдера Скорпиона. Если хотели бы увидеть подобного рода контентик, то давайте наберем 150 лайков на этом видосе. Ну и обязательно, конечно же, поддержите Калибри. Ссылочку на него в описании оставляю. Перейдите. Лайкозаврика, возможно, ему воткните на видеоролик. Подписочку на каналчик оформите. Он говорил, что у него практически уже 2000 подписчиков на канале имеется. Постараемся. Давайте ему эту 2000-ночку добить. У меня, друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравился данный видос. Всем удачи и всем пока!